Откровение, глава 9. Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от колодезя бездны. Она отворила колодезь бездны, и вышел дым из колодезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце, и воздух от дыма из колодезя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев, и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну, и на головах у нее как бы венцы, похожие на золотые. Лица же ее, как лица человеческие, и волосы у нее, как волосы у женщин, а зубы у нее были, как у львов. На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У нее были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала. Власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Царем над собою имела она ангела бездны, имя ему по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлеон. Одно горе прошло, вот идут за ним еще 2 горя. Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от 4 рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом, говоривший 6-му ангелу, имевшему трубу: «Освободи 4 ангелов, связанных при великой реке Ефрате». И освобождены были 4 ангела, приготовленные на час, и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить 3-ю часть людей. Число конного войска было 2 тьмы тем, и я слышал число его. Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные, головы у коней, как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих 3 язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла 1/3 людей. Ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их, а хвосты их были подобны змеям и имели головы, и ими они вредили. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем.